карате продолжает оставаться одним из самых популярных видов единоборств. Жесткие и техничные схватки привлекают все новых своих поклонников. Кроме этого, карате, как и любой другой вид спорта, формирует характер, самодисциплину и уважение к сопернику. Турнир по синкокусинкай карате стал первым подобным мероприятием в Десногорске. В нем приняли участие представители Смоленской, Воронежской, Нижегородской, Брянской и Московской областей. 60 юношей и девушек от 7 до 16 лет. Карате – один из самых трудных и жестких разновидностей видов единоборств. Для сокрушения противника используются точно нацеленные удары руками и ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела. Популярность и актуальность спорта подчеркнуты тем, что это боевое искусство впервые включено в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в столице Японии – Токио. По итогам турнира участники награждены кубками, медалями и грамотами. Отмечено, что мероприятие проведено на высоком уровне и стало примером техничных и профессиональных поединков. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.